Запах шашлыков, детский смех, клёкот цесарок, песни у костра – все это проект «Мечта» фермера Игоря Спиридовича. Сюда он хочет завлекать красноярцев, чтобы отдохнуть от городской суеты, здесь же торговать фермерскими продуктами. Он уже начал строительство, возвел баньку и стены будущего домика для птиц. Сейчас все стоит, практически все. Очень много здесь еще работы. То есть предстоит очень много, и непосредственно именно даже вот еще с этими стедами, со стайкой. То есть там предстоит еще штукатурка, предстоит еще облицовка. Чтобы завершить проект, Спиридовичу не хватает денег. Поэтому он хочет расширить свой бизнес так, чтобы увеличить оборот и заработать на свою мечту. И в этом мы решили ему помочь, поведать о трудолюбивой семье фермеров всему краю. Я, правда, тебя больше боюсь, чем, по-моему, ты меня. Покажи мне сопереживание. Покажи мне радость. Покажи мне горькую правду. У оператора Дениса Елисеева было все. Дорогие фотосессии, красивые модели, вспышки выхватывали такое, что в эфире и не покажешь. Но теперь его жизнь никогда не будет такой, как прежде. С камерой наперевес он впервые ступил в курятник, где каждый шаг – маленькая победа над детскими страхами. В деревне у бабушки куры были. Ну и вот первый раз она говорит, иди, попробуй, внучок, говорит, покормить их. Ну я захожу, куры, что, насыпал, оборачиваюсь, а там петух стоит. И мне в том возрасте, ну, показалось, что он здоровый весь такой, он напетушился за мной, ну и укусил за ляжку. И все, вот с тех пор вообще кур не люблю. Наши курицы-модели были совсем не готовы к съемке. Отказывались позировать, замирать, капризничали, разве что гонорара вперед не требовали. Но ведь нашим коллегам из концерна «Мерседес» удалось-таки снять куриц породы «Хайсикс Браун» в своей рекламе. Мы тоже попробовали покрутить птичек, благо Спиридовичи выращивают точно такую же породу. И развенчали миф о наличии природного гироскопа в головах у куриц. А может, просто крутили неправильно? Пока мы снимаем куриц, в редакции проекта «Дари добро» тоже кипит работа. Определено название фермы Спиридовичей – «Птичий дворик». А дизайнер Александр Тимошенко разработал логотип. Рассказывая о значении трех птичек на фоне заборчика, он немного волнуется. Это действительно небольшое фермерское хозяйство, в котором все делается там, своим трудом, буквально руками. Там, упаковывается все это самостоятельно, что это семейный бизнес. Ну, поэтому выбрали стиль такой больше мультяшный, никаких кричащих цветов, достаточно спокойный стиль, ну, с определенным настроением. Смотрите в следующей серии проекта «Дари добро», кто поможет фермерам стать известными. Здравствуй, семья Спиридовичих! Скоро приеду к вам в гости, посмотрим, что у вас. Подписывайтесь на проект «Дари добро» в социальных сетях, чтобы ничего не пропустить. А также не забудьте посетить наш сайт daridobro.tv. Виктор Самусенко, Сергей Камашев. Новости.